Импортозамещение давно является одним из приоритетов в развитии отечественной экономики. Западные санкции, которые начали вводиться с началом СВО, лишь подстегнули данный процесс. Здесь нам большую помощь оказывают дружественные государства. Одно из них – Китайская Народная Республика, делегация из которой посетила Тверскую торгово-промышленную палату. Тверская область стала одним из регионов, которые почувствовали на себе уход ряда западных компаний и, как следствие, разрыв технологических цепочек, прекращение сервисного обслуживания оборудования. Однако святое место пусто не бывает. Интерес к нашему региону все больше проявляют фирмы из других государств. Речь идет о повышении интереса со стороны целого ряда провинций КНР к Тверскому региону. И, соответственно, наше стремление более плотно взаимодействовать, особенно в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, то есть тем, чем славна наша Тверская область. Как отмечает гендиректор логистической компании «Мост» Коу Цзунси, Верхняя Волжья неспроста интересует китайских партнеров. У нашего региона выгодное географическое положение. Настояние, вот ваш город не далеко от Москвы, вот и поэтому это хороший вот город для нас, чтобы захватать вот московский рынок. Металлообработка – еще одна отрасль, которую успешно развивает Тверская область. В нашем регионе работает целый ряд предприятий, сотрудничество с которыми интересно китайским партнерам. Мы пытаемся найти все приоритетные возможности, приоритетные направления, которые у нас есть, выделить их для себя, посмотреть со стороны, с китайской стороны возможности, которые обладают, для того, чтобы это реализовать. Что касается конкретных сроков, то все зависит от уровня партнерства. Если это будет крупноузловая сборка, то все пойдет быстрее. Но в случае строительства производства полного цикла придется подождать подольше.